Здравствуйте, дорогие друзья! Расскажу сегодня видение, в котором мне хотелось бы донести то внимание, которое проявляют к нам духовные существа. То есть наши покровительствующие духовные существа, они есть у всех, но при условии, если у нас есть духовная практика, если мы ведем духовный образ жизни и особо не грешим. Да, то есть не надо впадать в какие-то отклонения. И тогда духовные существа всегда будут на нашей стороне. В состоянии медитации обратил внимание, что дом, в котором я живу, причем я обратил внимание краем глаза, начитывая мантру, да, в какой-то момент я увидел дом и обратил внимание, что от него исходит свет. Свет характерный для именно богини Дурги. Богиня Дурга – это покровительствующее божество, это божество, которому я начитываю мантры, которое всегда защищает меня в трудные моменты, тут трудные мгновения. Наверное, не было ни одного дня, чтобы она не вступилась за меня. И невзирая на те трудности, которые были в моей жизни, тем не менее, она всех их решила без особых проблем. И когда в состоянии медитации, начитывая мантру, я увидел с небольшого расстояния дом, в котором я проживаю, обратив внимание на сияние света, которое исходило от дома, решил приблизиться и рассмотреть это сияние. Потому что, когда видишь, что твой дом сияет светом, ну это, конечно, всегда удивительно и всегда интересно. Но сияла только лишь часть, и когда, приблизившись к дому, я обратил внимание, что, всматриваясь в тот участок дома, который сиял, заметил также, что сиять начинают и остальные участки дома, да, то есть сияла не только какая-то определенная стена, на которой висело изображение Божественной Матери Дурги, но впоследствии данное сияние начало проявляться и от других стен, которые также присутствуют в доме или же в квартире, сияли стены, сияли двери, сияли окна, сиял пол, дорогие друзья, сиял даже пол, представляете? Сиял потолок, даже крыша дома, и та сияла светом. И свет был такой насыщенно темно-синий. Я люблю этот цвет, на самом деле. Он всегда связан, в моем случае, с благословением богини Дурги. Это всегда приятное состояние. И когда я приблизился сначала к одной стене, к другой стене, я обратил внимание, что внутри этой стены движутся глаза. Глаза человеческие, ну вот как у меня, у вас, у любого другого человека. Два глаза, обычные человеческие глаза. И я понимал, что эти глаза способны видеть параллельные измерения. Но это человеческие глаза. Это глаза, которые являются частью физического тела человека, живущего на земле. Естественно, это были женские глаза. Представляете, и куда бы я ни смотрел, на какую-либо из стен я бы не смотрел, я везде видел эти глаза. Мне бы хотелось бы объяснить принцип состояния данных глаз. Все дело в том, что когда мы достигаем качественного уровня в плане духовного развития и качественного состояния нашей аджна-чакры третьего глаза, впоследствии мы можем видеть не только через третий глаз параллельные измерения, но можем видеть даже физическими глазами. Это очень высокий уровень, да, то есть энергии с правого и левого канала, они объединяются в области третьего глаза, каналы настолько чисты, что мы можем использовать физические глаза для того, чтобы видеть именно параллельные измерения или же духовный мир. Так вот эти вот глаза проявлялись с разных сторон, с потолка, из стен, из дверей, из окон, из пола. И везде они как бы наблюдали за мной. И я понял, что через эти глаза, через эту, скорее всего, это некая женщина, хотя я так и не понял, кто это было, но учитывая то, что божества довольно часто рождаются на земле, скорее всего, эти глаза принадлежат одному из аватаров богини Дурги. Но вот здесь вот я не могу сказать, кому именно. По крайней мере, пока что это, скажем так, для меня самого тайна. И вот такие вот глаза я на самом деле видел впервые в своей жизни. Представляете себе глаза, которые могут видеть одновременно и наш мир, и параллельный духовный мир. Скажем так, для себя, чтобы получить какое-то видение, я чаще всего принимаю позу йоги, начитываю мантру, закрываю глаза и так далее. Очень
редко могу видеть и физическими глазами. Но это, скорее всего, бывает после интенсивных практик. Но вот чтобы так, без подготовки, это довольно сложно. А тем более еще в состоянии заболевания, простуды, это вообще тяжело. А вот здесь вот, представляете, посредством глаз, физических глаз нашего тела, можно видеть еще параллельные измерения. И в то же самое время, наблюдая за тем, что весь дом, в котором я проживаю, создан из энергии богини Дурги, в то же самое мгновение осознал именно благосклонность богини Дурги. То есть, понимаете, насколько велико ее благословение, ее защита, ее милосердие, что все те условия жизни, которые в моей жизни проявляются, это послано исключительно Божественной Матерью Дургой. Для меня это было, ну, просто восхитительно, да, то есть, когда ты видишь, весь дом состоит из благословения богини Дурги, и она за тобой еще и присматривает, и она еще родилась на земле, чтобы помогать тебе. Это впечатляет, дорогие друзья. Это настолько топит сердце, настолько плавит чувства от признательности, от благодарности, от... Я не могу сказать, что это любовь. Я не знаю, что такое любовь. То есть, мне кажется, что на земле термин любви, он настолько искажен, что его лучше, в принципе, не использовать, потому что это всегда ложь. Но, по крайней мере, чувство признательности и благодарности, я знаю, что это такое. Вот чувство признательности я испытывал. И я понимал, что вот то, что окружает в нынешнее время, и то, что я делаю, то, чем я занимаюсь, это все благословение богини Дурги. Вот даже вот, если вы видите за моей спиной часть стены, это все состоит из энергии богини Дурги. Что здесь еще? Шторы, диван, на котором я разместился, да? Пространство, в котором я сейчас записываю этот ролик, это все пропитано энергией богини Дурги. Впечатляюще. Это было просто впечатляюще. Ну и, конечно же, сегодня я еще расскажу немножко о качествах самой богини Дурги, потому что даже в традиции индуизма эти знания часто скрыты. То есть, точно так же, как и у нас, все традиции распределены по каким-то направлениям, там, допустим, православие, католицизм, ислам, буддизм и так далее, точно так же традиции индуизма, все божества поделены между своими какими-то духовными направлениями. И параллели между ними очень редко кто проводит. То есть, это какие-то энтузиасты, и то, к сожалению, это все на непрофессиональном уровне. Хотелось бы добавить, что богиня Дурга – это единственное божество, единственная богиня, божественная мать, которая может проявлять из себя сразу три формы основных богинь традиции индуизма. Лакшми, Сарасвати и богиню Кали, богиню смерти. Да, дорогие друзья, представляете, каким величием она обладает. И эти качества, они несут определенное название, определенное имя. Это имя в традиции индуизма известно как Трипура Сундари. Я зачитаю сегодня о этом качестве богини Дурги, и эти знания, они действительно существуют в традиции индуизма. Известно, что Трипура Сундари, богиня Трипура Сундари, она является частью богини Дурги. Ну, или же иногда говорится наоборот, что Трипура Сундари проявила себя как богиня Дурга. Но, по сути, это одно божество. Просто в качестве Трипура Сундари описывается ее великолепная способность проявлять одновременно три богини из себя. И даже существует храм в Индии, как бы одновременно трех богинь нигде не почитают. Но существует один единственный храм, я записывал о нем ролик, и мы туда ездили. Это храм богини Вайшнадеви на севере Индии. И в этом храме почитаются сразу три божественные матери. Сарасвати, богиня Кали и богиня Лакшми. Уникальнейшее, удивительное место, но оно существует. Я немножко зачитаю сегодня именно о богине Трипура Сундари, которая является одной из форм богини Дурги. Три означает три, ну, как и у нас, цифра три. Пура означает мир, Сундари – прекрасная девушка. Трипура Сундари является прекраснейшей богиней, красота которой превосходит всех в трех мирах. Шадаша означает 16-летняя, ее еще называют Лалита Камишвари, Шривидья, Раджа Раджешвари. Это все ее другие имена. Шадаши
Это та же самая Трипура Сундари, которая является в облике 16-летней, очень красивой, привлекательной девушки. Лалита Камишвари, Шривидья и Раджа Раджешвари – это все ее имена. Шадаши, 16-летняя, она одна из версий, описывающих ее значение, говорит о том, что это касается лунных фаз, лунных тиртх, 15 из которых составляют светлую половину лунного месяца, а другие 15 – темную. А Шадаши, как 16-летняя, превосходит все фазы или ритмы времени. Также она дополнительный элемент, который дает определенным титхам толчок к росту и убыванию, как реальность, лежащую в основе космических ритмов и управляющую космосом в соответствии с определенным порядком. Эта божественная мать представляет собой единый источник всего прекрасного и вечно юного, пока есть физическая привязанность. Божественная мать проявляется как Кали, пока есть эмоциональные муки и ограничения, проявляет себя как Тара. После этих двух проявлений она становится Трипура Сундари, источником вдохновения и юности. Ее также называют Ади, изначальной Махавидьей. Кстати, Трипура Сундари является одной из 10 Махавидьей, одной из 10 высших богинь традиции индуизма, что свидетельствует о том, что она, подобно первым двум богиням в группе, олицетворяет с собой совершенное видение реальности. Слушая голос Трипуры, Брахма с другими богами так восхваляли богиню. «Слава тебе, величайшая, наилучшая, наиболее благостная, абсолютное знание, сознание трех состояний, сотворяющее, хранящее, растворяющее в себе, всевышнее, превосходящее все. Слава тебе еще раз. Ты еси всегда новая, и поэтому ты никогда не стареешь». Трипура Рахаси. Святое учение Шри Трипуры, учение, которое учит пути к запредельности. Она есть Шривидья, пребывающая вне трех гун. Три гуны – это саттва, тамас и раджас. Именно этим гунам покровительствуют три основных бога – Брахма, Шива, Вишну. Описывают, что она является матерью трех богов – Брахмы, Вишну и Шивы, и поэтому представляет собой Трайи, объединенное сочетание этой троицы. В комментарии к Лалита Сахасранами Бхаскарарая пишет: «Существуют три бога, три веды, три огня, три места обитания, три священных озера, три касты. Все, что троиственно в мире, все это божественное в действительности принадлежит твоему имени». Именно Трипура Сундари. Саундария Лахири говорится, что вся вселенная сотворена из крошечной частички пыли с ее ступни. Она дает любые благословения, исполняет все желания, воплощает саму чистоту Судха, обладает спокойным мирным нравом и исполнена сатвических качеств. Она воплощение богатства царской власти, как Раджараджешвари, защитница Дхармы. Она выходит за три состояния, пребывает в Турии, в состоянии единения, поднимаясь выше обители Шивы Камишвари, выше Сома-чакры, преобразуя желание Каму в высшее блаженство нектара. Она – это полный цикл творения, когда вся вселенная подобна цветку в состоянии цветения. Видение Трипура Сундари – это Шри-янтра или же Шри-чакра. Это знание о 36 таттвах и высшей осознанности. Она есть знание о трансцендентном состоянии, о истинной природе сердца, в его проявлении в виде блаженства, красоты и любви. Трипура Сундари дарует высочайшую мудрость синтеза всех знаний, синтеза знаний трех миров и гармонии видения. Она является проявлением Шудха в виде чистого знания, трансцендентного воззрения, но это воззрение является наивысшим, объединяющим Сидхавидья и Махавидью. Трипура Сундари – это мудрость, которая применяется в физическом мире, главный принцип которой – гармония, дорогие друзья. Трипура Сундари – это Шривидья, вечное знание, которое охватывает все три мира. Это цветение источника, которое проявляется в способности применять одновременно ситхи, трансцендентное знание и мудрость деятельности. Она знание о трансцендентном состоянии и о его проявлениях в виде блаженства, красоты и любви и несет силу совершенства и поддержания. Значение имени – красота, которая превосходит все в трех мирах, и 16-летняя. Вот таковы, дорогие друзья, величайшие качества Божественной Матери Дурги. До новых встреч!